Девушка моложе режиссера почти на 30 лет. Тимур Бекмамбетов опубликовал на своей странице в Инстаграм романтический снимок с помощницей главы Татарстана Натальей Фишман, чем косвенно подтвердил слухи об их отношениях. На снимке 57-летний режиссер нежно держит 28-летнюю девушку за талию. Близкий к паре источник подтвердил, что речь идет не просто о дружбе, а о чем-то большем. Слухи о романе между Бекмамбетовым и Фишман появились не на пустом месте. Во время посещения Татарстана режиссеры часто видели в компании Фишман. Кроме того, в августе прошлого года они вместе съездили в Якутск. Как пишет РЕН-ТВ, Тимур и Наталья познакомились в Москве. Тогда девушка работала в департаменте культуры столицы. Отметим, что режиссер до сих пор связан узами брака с Варварой Авдюшко, но сейчас супруги находятся в процессе развода.